абсолютно ничего не видел, не знаю, не слышал. Сюда попал, можно сказать, случайно. Это принципиально или просто вам не удалось чисто по времени? Ну, как-то так, другие интересы, отстал от кинематографа. А вам бы не хотелось вернуться? Пока нет. Вы накапливаете опыт? Да черт его знает, не хочется. Совершенно не тянет, я нисколько не завидую нынешнему режиссеру. А почему? Из-за финансов или почему? Из-за отношения публики? Из-за образа жизни он стал такой. Ну, не из-за отношений к публике. Ну, а что я не работаю? Для кого я работаю? Ну, для фестиваля. Нет, не интересно. Зрителей нет. А почему вы так думаете, что для фестиваля? Вот, например, этот фестиваль был очень такой. Я думаю, что на эти фильмы люди пойдут и в кино. Нет, нет. Дело в том, что они-то пойдут. Знаете, как в этой анекдоте. Съест он съест, да кто ему даст? Они-то пойдут, да кто им даст? Разрушена система кинопроката. Многие кинотеатры превратились в казино, мебельные салоны. Исчезла привычка ходить в кино. Это же самое главное. Раньше была привычка ходить в кино. А сейчас она по многим причинам исчезла. Ну, во-первых, видео появилось, много других развлечений. Ну и потом сами мы разрушили саму замечательную свою систему проката. У нас была уникальная система кинопроката. Ну, может быть, не так плохо, даже если люди посмотрят на видео какие-то фильмы? Ну, конечно, конечно. Но это все-таки уже не кинематограф, это телевизор. Спасибо большое. Это не кино. Спасибо. Вам, Славик, ну пока.